Освещение улиц, уборка снега и водоотводные каналы – вот что беспокоит местных жителей. Двое мужчин обратились с вопросами, почему улица, на которой они проживают, не чищена, и почему возле их домов плохое освещение. По уборке снега, порой не чистят, в нашу сторону не заезжают или налево. На факультативной основе, скажем так, за счет небюджетных источников администрация города пытается поддерживать данные дороги в каком-то надлежащем состоянии. Для того, чтобы обслуживать эти дороги и расходовать бюджетные средства из казны города или там областные привлекать, эти дороги должны состоять в реестре муниципального образования. К сожалению, ваша часть, это там правая и там частично у нас и левая часть, не стоят в казне города. Для того, чтобы поставить ее на реестр, нам нужно сделать проект планировки территории, нужно разбить. Это очень дорогостоящая процедура, которой мы сейчас занимаемся, юго-западной в том числе. Поэтому, как только это будет, ваша дорога, соответственно, можно будет тратить деньги, закупать щебенку, уклад и так далее. Теперь фонари будут установлены, а трактор уберет снег с дороги. Текущие актуальные вопросы были приняты в обработку. Глава дал свой комментарий. Провели прием жителей. К сожалению, наверное, жителей сегодня было не так много. Видно, сказались, может быть, новогодние праздники, либо, может быть, проблемных вопросов не так много. Но сегодня проблемы были связаны, в первую очередь, с начислениями, с работой Мособлэйрыц по начислениям за коммунальные платежи и с освещением определенных улиц. Все вопросы взяты на контроль, вопросы будут решены.